На дороге можно встретить не только автохамов в прямом смысле этого слова, но и финансовых нарушителей. То есть водители, за которыми числятся неоплаченные штрафы. При этом поймать их на проезжей части трудно, поэтому судебным приставам приходится наведываться к ним домой. В ходе последнего такого рейда с нерадивых автолюбителей региона удалось взыскать 2 миллиона рублей. И это, вдумайтесь, только сумма штрафа за езду в нетрезвом виде и за отказ от метасвидетельствования. Но далеко не все должники смогли оплатить свои грехи деньгами, поэтому приставы наложили 37 арестов на имущество водителей. Четверо человек и вовсе лишились автомобилей. Надо сказать, что жители региона в целом неохотно отдают свои деньги государству. Только за 2019 год задолжали 117 миллиардов рублей. И это не только штраф за нарушение правил дорожного движения. Чаще люди не платят алименты и налоги, не гасят кредиты и копят долги за услуги ЖКХ.